Опиловка деревьев, спил сухостоя, прогребание газонов, уборка мусора и ремонт элементов детских игровых площадок и малых архитектурных форм. Содержание придомовых территорий, многоквартирных домов в рамках подготовки к весенне-летнему периоду обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета. В округе 67 управляющих компаний, которые активно включены в уборку территорий. В данных организациях находится 810 дворников и 52 единицы различной уборочной техники. Как и все жители Одинцовского округа, управляющие компании проводят субботники. Для этого приглашаются жители через подъездные стенды, развешиваются объявления через домовые чаты. В течение месяца сотрудники коммунальных служб будут окрашивать и ремонтировать урны, лавочки и ограждения. Задача – привести в порядок территорию округа к майским праздникам. Прошу всех максимально включиться в весеннюю уборку. Заместители, начальников территориальных управлений, руководителей наших служб и предприятий, управляющих компаний и сотрудников надзорных органов. Повторю еще раз, наша задача мобилизовать все силы, чтобы каждый на своем участке четко знал, что он делает и какие перед ним стоят конкретные задачи. К уборке придомовых территорий в рамках субботников смогут присоединиться и все неравнодушные жители округа. Управляющие компании определят место проведения работ и выдадут инвентарь. Субботники состоятся 22 и 28 апреля. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».